Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников. Сегодня хочу показать вам работы Утагавы Исидора, дизайнер японской ксилографии Укиэ, иллюстратор книг и газет, который примерно работал с 1850 по 1880 год. Данных очень мало, то, что мне удалось найти в интернете. Родился в Эдо. Это современный Токио, но ни дата рождения, ни дата смерти его неизвестна. Был старшим учеником Утагавы Кунееси, который преуспел в печати воинов, кабуки актеров, красивых женщин и иностранцев. Исидора был плодовит, он выпустил более 60 печатных серий и проиллюстрировал более 100 книг. В 1849 году он выпустил непочтительную гравюру, как написано в интернете, под названием «Веселые войны. Новогодние рисовые лепешки нашего правителя». Там были изображены руководители, какие-то, видимо, местные. Ко всему прочему, эта картина сопровождалась стихотворением «Сова Кокичи». «Утрамбовывая царство твердое и твердое, как весенние рисовые лепешки». Ну, вот такой перевод несколько непонятен. Но цензоры истолковали печать как критику власти, посадили Исидора в кандалы на 50 дней. Вскоре после этого Исидора выгнали из мастерской Кунееси, возможно, из-за печати этой смелой гравюры. Но он продолжал обильно выпускать иллюстрации. С 1860-х годов Исидора выпускал Йокогама и картины иностранцев на фоне быстрой модернизации в стране, которая пришла в Японию после того, как страна была открыта для торговли. Он сотрудничал с несколькими газетами, периодическими изданиями. Работал, как я уже сказал, в газетах. Последняя его работа появилась в 1882 году. Сегодня его работу можно найти в таких знаменитых коллекциях, как Британский музей, Метрополитен музей, ну и так далее. Вот все, что мне удалось найти о художнике Утагава Исидора, японский художник. Посмотрите работы. Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего. Немножко мы узнали о Утагава Исидоре, японском художнике. Пока-пока, до свидания.